Уже даже дети падают на пол от первого взрыва. Падают по 9, по 10 лет детям и падают, и голову руками закрывают. Первый раз, когда увидели, для нас это было, то, что шоком, выводы делаешь там. По-разному, ты знаешь, как мы. Одни нормально, другие, большая часть такого населения, что вот здесь с нами живут, мы нормально с ними, как находим общий язык чудовый. Угу. То есть видим всю их життя, плюс еще видим то, как они живут и чем занимаются. Газа нет уже второй год, мусор не вывозится. 14 месяцев он уже с сентября того года лежит упрессованный. Воду только в этом году стали давать по чуть-чуть. Гуманитарка пойдешь, и там как скот сгонят, нервы вымотают, то дают, то это вот, вот так. А так, в принципе. Хотелось бы лучшего, но лучшего, увы, нету. Но будет ли оно, это вопрос. Да? Полоска стреляет. Ну, первый раз за все время. Даже как красивое небо.